Яркие костюмы, зажигательные танцы, завораживающие звуки народных инструментов и переливы детских голосов. Концертные номера в этот день подарили зрителям и старшие воспитанники, которые занимаются в школе уже несколько лет, и малыши, пришедшие совсем недавно. Для многих это первый большой концерт. Хор «Родничок» состоит из воспитанников эстрадного отделения и отделения общего фортепиано. К каждому здесь особый подход. Несмотря на то, что хор – это единый организм, но каждый ребенок все равно индивидуален. То есть к нему у каждого есть свой подход, к нему должен быть. На вечере много внимания уделили рассказам об успехах воспитанников того или иного коллектива. В целом, уходящий учебный год был значимым и продуктивным для детской школы искусств. Копилка наград учеников и педагогов пополнилась медалями и кубками различных областных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Школа участвовала в празднике госкорпорации «Росатом», Дни города. У нас там выступала Анжела Доронина, выпускник школы Алексей Коломаев. Мы очень достойно там выступили. Новые имена. Олег Корчагин. Сейчас в детской школе искусств идет набор воспитанников на следующий учебный год. Подробнее об этом директор ДШИ Наталья Колповская расскажет на следующей неделе в новом выпуске передачи «Актуальное интервью» на канале 16. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».